Всем привет, с вами Бери Баню Челябинск. У нас промежуточное видео по строительству бани в саду Меридиан. Сейчас мастер Урал нам все расскажет. Урал, пойдем, пойдем. Он стесняется, мы пойдем без него. Пойдемте, я вам все покажу. Вот такая вот банька. Клиент уже во время строительства решил ее немножко поменять. Крыша у нас должна была быть только над самой баней. Он еще решил сделать вот здесь вот такую террасу небольшую. И крыша стала достаточно высокая. А клиент хочет уже, подумывает сделать там второй этаж. Получается, сделали на данный момент ленточный фундамент. Вот здесь вот у нас ленточный фундамент. Положили два ряда красного кирпича, как гидрозатвор, чтобы не было прохождения влаги от бетона уже к самому срубу. Сам сруб срубленный в чашку, ой, в лапу. А здесь вот ребята набили вот эти вот углы, но сейчас они их снимут, вот эти вот места подрежут для усадки. Может, сруб будет садиться, эти углы не дадут ему сесть. Сделали стропильную кровлю. Вот сейчас покажу, вот такая вот стропильная кровля внутри. Ферму сделали вот как раз вот под этот вот вынос. И закрыли все профнастилом МП-20. МП-20 профнастил коричневый, вон труба торчит. Поставили водосточную систему, пластиковую дёки. Вот здесь вот будет бочка стоять и сливаться все это хозяйство в бочку. Так, дальше. Дверь входная сосновая на клин. Здесь оставлено расстояние под усадку. Здесь еще будет брусок двери сверху от коробки. И оставлено расстояние под усадку. Дальше сделана широкая коробка. Вот она, коробка стоит. К ней сразу же можно будет обналичники приделывать. И внутри, вот если видите, сейчас вот здесь вот внутри стоит ройка. Она сделана вот, вот здесь вот. Сделана ройка под усадку. Вот в это место как раз сделана под усадку. Сруб будет садиться как раз вот по этой ройке. И все двери будут устанавливаться вот по этим ройкам. Здесь также, вот видите, там ройка стоит. Здесь еще ребята утеплят. Окошко. Также окошко. Здесь прорезано, прорезан паз для ройки. И на эти ройки уже будут устанавливаться сами окна. Печка. Вот такая вот. Печка здесь поставлена, обложили ее кирпичом. Здесь будет стеклянная дверка, как камин. Для чего вот это вот окошечко, я вам покажу позже, когда мы будем снимать видео про саму баню. Оно сделано для вентиляции, для прогрева бани. Также над печкой оставлено пространство для усадки. Оно сделается утеплителем. Под внутреннюю дверь тоже вырезаны ройки. Вот здесь вот уже установили брусок, здесь пока еще не устанавливали. В комнате отдыха на потолке сосновая вагонка. А в парной на потолке липа. Здесь тоже сделано маленькое окошечко. Вот такая вот у нас здесь парная получается. Полы уже ребята сделали, шлифанули их, установили. Вот так вот изнутри выглядит печка. Печка здесь хорошая печка с внутренней каменкой. Вот такая вот здесь вот внутренняя каменка с дверкой будет. Туда будут вовнутрь закладываться камни, от них будет сильный, горячий, мягкий пар. И снаружи обкладывается также камнем. Обложили кирпичом со всех сторон, чтобы было для пожаробезопасности. Здесь ребята вот еще все доделывают. Вот таким вот образом выглядит промежуточный этап строительства бани. Смотрите, как мы будем заканчивать стройку этой бани. Когда мы закончим, обзор полностью по ней, по всей сделаю. Какая вентиляция, где приходит воздух, куда уходит, как полностью баня вентилируется, как она прогревается. Подписывайтесь на наш канал. Если нравится видео, ставьте лайки. Всем пока!